Друзья, если вы выбираете недорогое кресло и хотите его использовать долго, от рождения до 36 кг, то сегодня эта история про кресло для вас. Сегодня мы рассматриваем кресло Rand Matrix. Потихоньку растет ваш малыш, а с ним, значит, должно расти кресло. Рассмотрим, как растет кресло Rand Matrix. Растягиваем ремень безопасности. Их никогда не сможет расстегнуть малыш, их сможет расстегнуть только мама. Они выполнены металлическими конструкциями. Рассмотрим обратную сторону накладок на плечи. Посмотрите специальное покрытие, чтобы оно не скользило при движении и держало крепко при трении за одежду малыша. Внутренняя вкладка очень мягкая и объемная, чтобы малышу было комфортно и удобно, чтобы он чувствовал, как будто его обнимает мама. Первая внутренняя вкладка. В комплектации предусмотрен специальный уголок. Если малыш маленький, вы вставляете его тоже. Запомните, малыш никогда не должен болтаться в кресле, он должен сидеть там туго и надежно крепиться. Именно поэтому летом вы надеваете внутренний вкладыш, мягкий, а зимой вы можете его убрать, потому что зимой у ребенка много пушистой одежды и объемной. Ремневое кресло вы можете легко отрегулировать, нажав на кнопочку и подтягивая верхний ремень. Потом ослабляете. Ремни достаточно большие, что сюда может поместиться даже крупный малыш в зимнем комбинезоне. Кресло растет в 8 положениях вместе с вашим ребенком. Ширина посадочного места от края до края 40 см. Глубина посадочного места 30 см. В самом нижнем положении высота сидушки 49 см. В высоком положении 66 см. В плечах 37 см. Ваш малыш подрастет, когда ему будет 15 кг, вы можете убрать эти ремни безопасности, и ремни уже будут проходить автомобиля и крепления через вот эти зоны подсвеченные. У кресла подсветок несколько, справа-слева и вверху и внизу. Кроме того, вы можете убрать паховый ремень, чтобы он также не мешался вашему ребенку. Данное кресло можно использовать от рождения до 36 кг. Соответственно, против хода движения вы будете ставить до 13 кг, пока ваш малыш не достигнет. Посадка такая. Малыш лежит у вас на позвоночнике, здесь всякие уголочки и мягкие вкладыши, а ножки у малыша чуть приподняты. В этом положении вы ездите против хода движения до 13 кг. Кресло в автомобиле устанавливается на штатные ремни безопасности и зажимается через вот эти крепления. Кресло Matrix очень удобно для малыша от рождения до 36 кг. Данное кресло мы с вами проанализировали, посмотрели швы, качество пластика, посмотрели, насколько оно мягкое и удобное. А сколько оно стоит, вам нужно обратиться к нашим консультантам в магазин, они вам сделают самое лучшее предложение. Matrix – это кресло-новинка 2021 года от компании Rand. Производители очень старались, чтобы кресло стало комфортным для вашего малыша и, конечно же, для вашего кошелька. Кресло мягкое. Кресло наклоняется очень глубоко. Кресло растет с вашим малышом. Ну и, конечно же, кресло соответствует стандартам безопасности. 34 Аиста данное кресло рекомендует.